на 777 пригоди всім. Доброго вечора, ми з України. 17.20 просто зараз в нас на годиннику. На календарі маємо понеділок і 22 січня, але ж на нашому з вами календарі, на календарі українців, це 698-й день повномасштабного російського вторгнення. Ну і це 698-й день інформаційного марафону в ефірі 24-го, який триватиме до самої, до нашої, до перемоги. Мене звуть Артем Авдієнко. Я з вами в ефірі 24-го протягом наступних двох годин будемо говорити про події дня сьогоднішнього, про все те важливе, що вже на тепер сталося в Україні і з Україною в світі. Про що саме? Зараз коротенько, традиційно на початку години проанонсую, але так само традиційно нагадую, що всі важливі новини завжди можете отримати в телеграм-каналі 24-го. Як нас в тому телеграмі розшукати, щоб на нас там підписатися? Про це зараз на ваших екранах інструкція. Тепер давайте до анонсу, коротенько про найголовніше на цей момент. Оголошеного в розшук Романа Гринкевича таки затримали в Одесі. Правоохоронці кажуть, шукав варіантів, як звідти за кордон втекти. Ну і Гринкевичам тим закидають, нагадаю, розкрадання української армії на мільярд гривень. Страшний інцидент стався в Лимані, що на Донеччині. Бійцю Нацгвардії закидають вбивство двох жінок та двох поліцейських, які на виклик до тих жінок приїхали. День Соборності відзначають сьогодні в Україні. День об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Республіки. Сталося це більше 100 років тому, ну але ж через внутрішні чвари українцям тоді не вдалося Україну вберегти. Ну і українці отримують зараз на свої телефони попередження, начебто від ДСНС, про необхідність евакуації через авіаудар, що буде завдано по Хмельницькій атомній станції росіянами. Звісно, це фейк, але фейк, знаєте, подвійної ницості, що це навіть не росіяни таке от нам ІПСО розсилають, а це роблять шахраї, які полюють на персональні дані у українців. Про ситуацію на лінії фронту маємо можливість просто зараз в ефірі 24-го поговорити з військовим оглядачем з Ізраїлю. Давид Шарп на зв'язку зі студією 24-го. Пане Давиде, радий вас вітати. Слава Україні! Добрий вечір, повністю солідаризуюся, Артем. Знову добрий вечір. Пане Давиде, радий можливості з вами поспілкуватися, радий можливості розпитати ваших думок. І хочу почати нашу розмову з глобального. Я хотів би почути, якщо можна, ваших отаких от глобальних, знову ж таки, повторюся, оцінок того, що на тепер відбувається на лінії фронту. Про що я? Дивіться, одні оглядачі військові пишуть і розказують про провал російського зимового наступу. Мовляв, він провалився. Інші пишуть, що і зима не закінчилася, і наступ російський триває. Тим більше, що в росіян є завдання Путіну до цих от весняних виборів Путіна в президенти досягти якихось собі перемог в Україні. Як ви оцінюєте те, що на тепер відбувається на лінії фронту? І які перспективи того, як ви те бачите впродовж найближчих місяців, а може навіть року, якщо так далеко можна глянути? Когда мы говорим о каких-то провалах или успехах, судить о подобном можно лишь либо по результатам реальным, либо по соответствию реальных результатов с некими заявленными целями открыто заявленными целями, либо, скажем так, целями очевидными. То есть, может быть, никто прямым текстом не говорил, что мы хотим захватить то-то и то-то к такой дате, но вот действия говорят об этом. И давайте тогда прикинем, что происходило. Значит, ну, прямым текстом российское руководство и официальные лица не говорили, что они хотят выйти на те или иные рубежи к какому-то, какой-то дате. Но по действиям, например, мы можем судить, что Россия всерьез рассчитывала захватить Авдеевку еще осенью. Например, если уж так, основное место приложения российских усилий – Авдеевка – и это Россия, это абсолютно однозначно, чисто с военной точки зрения имело место, и это России не удалось. И с другой стороны, тут вступает в силу то, о чем вы говорили. Да, им это не удалось тогда, и они понесли очень большие потери. Однако зима не закончилась, и дело даже не в зиме. От этой цели Россия не отказалась. Россия пытается приложить все усилия, чтобы ее реализовать. И обстановка в Авдеевке вокруг нее очень тяжелая. И поэтому и сегодня говорить надо правде в глаза, смотреть со стопроцентной уверенностью, что Авдеевку украинским защитникам удастся отстоять, говорить это сложно. Более того, даже генерал Залужный, если я не ошибаюсь, в одном из своих интервью говорил, что не исключена ситуация, когда через тогда, это уже немало времени прошло, через 2-3 месяца или что-то в таком роде,
придется, исходя из тех или иных обстоятельств, Авдеевку отставить. В общих чертах это примерно было заявлено. К чему я говорю? Что, по всей видимости, на данный момент Россия не смогла реализовать свои основные задачи наступательного характера, но она и не ставила во многих, судя по действиям, она не ставила далеко идущие цели здесь и сейчас. Когда наступают на подготовленную оборону малыми силами с целью добиться локального успеха, а далее, может быть, его развить, здесь не все понятно о глубине замысла и насколько всерьез его преследуют. То есть они по принципу, например, получится хорошо, а не получится, ну что делать? В общем, как минимум частично ее замыслы не были реализованы, но война продолжается, и наступательные вот эти попытки наступательных действий, будь то Авдеевка, будь то район Купянска, они продолжаются. Мы не можем говорить, дело даже не в зиме, а дело, хотя когда зима заканчивается, наступает распутица и осложняются те действия такого рода. Но мы говорим о общих целях и о том, что резервы российской армии во всем, что касается, они хоть и не многочисленны, но они и не исчерпаны. И Россия попыток не оставила, поэтому процесс по-прежнему налицо. Не было какого-то зимнего наступления крупными силами с очень далеко идущей целью. Было наступление и было и продолжается такое малыми силами по всей линии фронта. Где-то цели более амбициозные, как в случае с Авдеевкой. И борьба продолжается. Что касается прогнозов, то очень прогнозов на год вперед. Тут можно сказать сразу следующее, что прекращение войны в течение 2024 года, видимо, возможно только если произойдет какое-то чудо. Если не чудо, все говорит о том, что Путину абсолютно не с руки прекращать войну на условиях, которые устроят Украину. Он хочет на своих условиях, это подразумевает, видимо, как минимум нынешнее завоевание, а может быть захват еще чего-нибудь. И вот на этого чего-нибудь он рассчитывает в зависимости от того, окажут ли Украине масштабную помощь, продолжится ли оказание Украине масштабной помощи со стороны Соединенных Штатов, а тогда можно и на что-нибудь порассчитывать. И вот здесь мы приходим к ключевому моменту, когда снова говорим о прогнозах в ближайшие месяцы и в течение года 2024. Пакет помощи Соединенных Штатов Украине, который застрял в Конгрессе, я исхожу из того, что он будет в итоге выделен, что проблемы американцы свои внутриполитические разрешат. И вот тогда, но для того, чтобы он был, надо для начала дождаться этого результата. И вот тогда у Украины появляется запас прочности во всем, что касается поставок. И тогда очень многое будет зависеть, сколько, когда и чего американское руководство где-то совместно с украинскими партнерами, где-то по собственной воле, как эти решения принимаются, поставит Украине. Очень многое упирается в масштабы военной помощи и ее наращивание в текущем году, уже в текущем году. И от этого будет многое зависеть на линии фронта с точки зрения успешной обороны. И, возможно, даже я не исключаю, что украинцы повторят попытки наступательных операций с довольно серьезными целями. Но для начала основой основ, знаете, вот необходимым, но недостаточным условием, но в любом случае необходимым является выделение пакета крупной помощи, и от него можно будет отталкиваться уже дальше. Пане Давиде, а щодо цієї американської допомоги, тут також хотів би почути вашу аналізу, вашої аналітики. Американські ЗМІ повідомляли, що всередині минулого тижня, коли була зустріч представників Білого Дому з конгресменами, де представники Білого Дому вмовляли конгресменів все-таки проголосувати потрібне все те, щоб Україні виділялися чергові ті пакети допомоги, вони там проговорили, що на тепер зброї, боєприпасів української армії на 2-3 тижні. От така дата там пролунала. Якщо можна, отут хотілося б почути вашу аналізу. От з розумінням того, як ті пакети, в якому обсязі приходили нам, з якою періодичністю, що їх от від минулого року вже немає. Чи дійсно оцей термін 2-3 тижні, який був названий представниками Білого Дому конгресменам, відповідає дійсності? Або ж, може, вони, знаєте, згущали фарби і просто так залякували, щоб спонукати тих конгресменів проголосувати?
Ну, во-первых, знать, какие, по каким наименованиям, например, боеприпасов. Или, ну, в первую очередь о боеприпасах надо говорить, а не каких-то системах вооружений. Где больше дефицита, где меньше, знает только украинское командование. И, возможно, конечно же, знают союзники, которые в тесном контакте с украинцами и должны все время держать руку на пульсе событий. То есть, естественно, по открытым источникам такого известно не может быть по определению, и не дай бог это было бы известно. Безусловно, есть кое-какие трудности, проблемы и наверняка лимиты. Более того, лимиты хотя бы даже потому, что пока украинцы не уверены, что получат нечто на 100%, да? Даже если уверенность, она, скажем, там 78%, ну я утрирую, но пока это не 100%, значит все, значит ты уже должен расходовать это осторожнее, значит это нечто влияет на происходящее на поле боя здесь и сейчас. А полем боя может быть и прямо линия боевого соприкосновения, где речь идет об артиллерийских снарядах, скажем, либо расход ракет для ПВО какой-нибудь системы американского производства, которая застреет в связи с этим, с этой помощью. Кстати, важные даже вот здесь пояснения. Как раз вот то, что из открытых источников представители вооруженных сил Украины не раз заявляли, что, например, те же ракеты для ПВО в Украину не приходят огромным количеством, дабы потом складироваться в Украине и ждать своего применения. В этом случае ведь они большой шанс, что они попадут под удар российских средств дальнего поражения. Поэтому средства поступают по мере расходования. И вот тут, если расход дошел до некой относительно критической точки, может оказаться, что средств не так много. Но в целом я считаю, что безусловно ситуация паршивая, когда вынуждены что-то лимитировать, и что-то явно уменьшается во всем, что касается запасов. Но вот прям такая обобщенная фраза, что на 2-3 недели боеприпасов, а дальше полный провал и полное поражение, это, я думаю, между нами говоря, сгущение красок, с красок, которая призвана простимулировать конгрессменов к быстрому принятию решений. И здесь, когда краски сгущают, важно все-таки не перегибать палку, чтобы те, кому это говорят, не подумали, что над ними, ну не знаю, не издеваются, а пытаются их провести. В общем, я считаю, что в значительной степени сгущение красок ради благородной и правильной цели. И сами конгрессмены, насколько можно судить по косвенным признакам, я имею в виду про те, кто не готовы пока голосовать, в общем, близки к правильному решению, по крайней мере, некоторые из них. Но, как всегда, во внутренней политике многих стран, и Соединенные Штаты здесь не исключение, перетягивание каната и вот эта попытка добиться максимальных преференций для себя, пойдя на компромисс, эти попытки не прекращаются до последней секунды, и, видимо, до последней секунды будут продолжаться и дальше. Пане Давиде, на фоні от цих розмов про те, що українська армія тепер має дефіцит снарядів, снарядний голод, пішли розмови, що, мовляв, можливо, дрони можуть ті снаряди замінити. І от порівнюють, мовляв, що ціна дрона наче навіть менша, ніж ціна снаряду, що от як кілька снарядів використовуєш, так і кілька дронів можеш використати для знищення, умовно кажучи, одного танка, але, мовляв, дронами це ефективніше навіть виходить. От такі розмови лунають, інші експерти кажуть, мовляв, що на відміну від артилерії ти дрони не можеш використовувати там вночі, в туман, в дощ. І хотілося би почути вашу думку з цього приводу. От, в принципі, в цій війні, ну тобто в короткій перспективі, да, рік-два, чи дійсно ті дрони можуть замінити артилерію? Або ж це все-таки справа там більш далеко в майбутнього? Дрони, любое, знаєте, многі системи вооружені або боєприпасів в итоге в какой-то степени пересекаются. Да, они предназначены для уничтожения живой силы и техники противника. Иногда живая сила может уничтожена быть пулеметным огнем и более эффективно, чем артиллерийским. Однако это не говорит, что пулемет, и я специально утрирую, пулемет является заменой артиллерии. Хотя в некоторых смыслах, в случаях можно использовать или то, или другое, или и то, и другое вместе. Дроны, вы имеете в виду, насколько я понимаю, дроны-камикадзе в первую главную очередь, или дроны, которые сбрасывают боеприпасы в районе линии фронта, естественно, не могут быть полноценной заменой артиллерии, даже заменой артиллерии в заметной степени.
Однако дроны в случае их успешного применения, если противнику не удается им успешно противодействовать, естественно, могут занять часть ниши, которую до этого занимала и артиллерия, и другие средства. То есть эффективно уничтожать противника в некоторых условиях и тем самым, скажем так, сэкономить где-то на артиллерии или на других средствах. Это безусловно так. Но это как о замене нельзя говорить ни в коем случае. Артиллерия – это основа основ этой войны. Это до сих пор было и есть самое главное. Поэтому, когда мы говорим о помощи Украине, а помощь должна оказываться в разных аспектах, то вот именно количество снарядов и, соответственно, количество стволов артиллерийских и сопутствующих этому систем обеспечения – это почти всегда самое главное, это остается самым главным. В общем, дроны и не только, может быть, какая-нибудь система, которая мы что-то, что мы о чем, неважно, не то, что мы о чем не знаем, а что угодно, да, что-то, что позволяет хотя бы часть нагрузки от артиллерии оттянуть, это, естественно, большой позитив, но о замене никакой речи быть не может. Тем не менее, это не значит, что не нужно уделять беспилотной авиации максимум внимания, еще как нужно, и находить новые решения, как во всем, что касается обороны от действий от беспилотной авиации противника, а она создает огромные проблемы, и разведывательные, и ударные, и самоубийцы, и, конечно же, реализовывать что-то и количественно, и качественно собственные возможности, но помнить, что артиллерию это, конечно же, не заменит, ни в обороне, ни в наступлении, но с артиллерией на самом деле есть причины для оптимизма. Во-первых, если все нормально будет с пакетом, у американцев есть и рост производства артиллерийских снарядов, и не кончились американские склады. И есть рост производства в Европе. Собственно, об этом недавно делались официальные заявления. С горем пополам, но рост имеется. И тем более он будет продолжаться в 2024 и далее в начале 2025 года. При этом количество производимых снарядов будут уже, скажем так, приемлемыми во всех отношениях, если все пойдет по плану, начиная с ближайших месяцев и тем более к концу года. Приемлемых я подразумеваю, чтобы пополнялись и их собственные арсеналы, и Украина на ежемесячной основе получала из производства некий необходимый минимум снарядов. Минимум, а возможно и не минимум снарядов. Напомню, что у американцев был план дойти до 75-100 тысяч к следующему финансовому году. Это, по сути, конец 24-го. А 28 тысяч уже было летом 23-го. И я не думаю, что у них происходят такие вот именно скачками. Растет производство. Я думаю, они прибавили и с тех пор. Тут главное пресловутые политические решения, о которых мы с вами все время говорим. А вот как раз со снарядами ситуация планомерно, но будет улучшаться при наличии этих политических решений. Пане Давиде, а щодо спроможностей російської артилерії, щодо доступу російської армії вторгнення до боєприпасів, ми знаємо, що російський диктатор Путін планує поїздку до Північної Кореї. Напевно, він буде просити там і ще більше в Кім Чен Іна снарядів і ракет. Водночас ті такі росіяни скаржаться на північнокорейські снаряди, що навіть з однієї партії випущені ті снаряди по-різному летять. От як ви оцінюєте ці північнокорейські снаряди і на яку іще зброю може Путін розраховувати за результатами цього свого особистого туди візиту? Делать серьезные выводы на основании нескольких жалоб российских военкоров по поводу качества северокорейских снарядов было бы неправильно. Я исхожу из того, что северокорейские боеприпасы десятилетиями применялись в войнах, в том числе и на Ближнем Востоке. Да что там, прям против Израиля, прямо здесь и сейчас применяются, в том числе гранаты для РПГ. И в общем и целом они показывали неплохие характеристики. И поэтому недооценивать их не стоит. Если окажется, что они хуже, чем ожидалось, пусть это будет приятным сюрпризом. Путину и России, Россия хотела бы больше. В рамках их концепции подхода боеприпасов нужно выпускать много. Тут, кстати, есть и проблемы с артиллерийскими стволами, и, собственно, системами артиллерийскими, из-за чего приходится, из-за потери, износа, приходится снимать со склада старое вооружение, старые системы с не лучшими характеристиками, но им снарядов нужно много, в том числе, когда количество, в общем-то, в той или иной степени переходит в качество, да, всегда. То есть даже при неважной точности и надежности, но если ты выпускаешь много снарядов,
какой-то результат есть, как минимум какой-то результат. Поэтому чуть лучше российские, корейские снаряды или чуть хуже, это, в общем, не имеет большого значения. Большое значение имело бы, если бы они совсем там был брак ужасный, но об этом у нас нет достоверных сведений. Путину нужно от корейцев и примитивные боеприпасы, вот снаряды для артиллерии советского калибра и установок «Град» — это то, что Россия искала и у северных корейцев, и в других странах мира. Мы знаем по утечкам из Пентагона в свое время, что даже в Египте почти закупили для «Градов» местного производства ракеты 122 мм. России, может быть, нужно много. Это могут быть и управляемые противотанковые ракеты, где Россия не успевает за, возможно, не успевает за производство, за расходами и за потерями. И это те самые баллистические ракеты или ракеты залпового огня больших калибров, уже не советских, которые Россия уже применила на фронте. На фронте, а вернее по украинскому тылу. В общем, я даже не исключаю, если у корейцев постараются закупить какую-нибудь технику, например, ту же артиллерию. Ведь, собственно, артиллерия производится медленно, она дорогостоящая, а вот такие простые старые пушки советского типа у корейцев имеются в изобилии. Возможно, России будет выгоднее купить их, чем поднимать дальше хлам с хранения, или, возможно, там уже может быть и дефицит. Так что я не исключаю даже, ну, хлам я неправильно выразился, я имею в виду старую технику. То есть я не исключаю даже приобретение, собственно, техники и широчайшего спектра боеприпасов. У Кореи, судя по всему, производство, темпы производства вряд ли у них очень большие, однако они накапливали технику, боеприпасы и технику очень долго, десятилетиями. То, что может интересовать России, думаю, в плане запасов у корейцев есть. И если корейцы не считают, что у них завтра или там в ближайшее время реально большая война, они, для них было бы выгодно, я вот так прикидываю с их точки зрения, для них было бы выгодно поделиться с Россией в обмен на серьезные деньги, в обмен на ресурсы, в обмен, возможно, на военные технологии, поделиться с Россией тем, что у них есть. И, возможно, этого, вот этих вот запасов по ряду наименований немало. К сожалению, это довольно серьезная проблема на Украине, и можно и нужно это констатировать. Пане Давиде, а щодо спроможностей ще одного союзника Путіна по вісі зла, я зараз про Іран, наскільки від Тегерана може отримати Путін собі щось? Наскільки може бути збільшено виробництво шахедів в Ірані безпосередньо? Наскільки все-таки може бути передана балістична зброя Російській Федерації? Або ж, може, ви скажете, що на тепер, на цьому етапі з Росією Іран не готовий ділитися тим? По поводу шахедов мы как раз стали свидетелями такого очень негативного сценария. Не просто негативного, а такого из наиболее пессимистичных сценариев реализовался. Поставки Ирана России и то, что Россия благодаря поставкам Ирана и технологиям сможет производить сама, в итоге как минимум составляет многие сотни в месяц. То есть шахедов многие сотни в месяц. И на протяжении уже продолжительного времени. То есть это очень внушительное количество, и можно предположить, что меньше будет вряд ли, возможен только некоторый рост. И тут мы подразумеваем и совместное производство, фактически какая-то где-то так называемая отверточная сборка России этих аппаратов у себя и поставки из Ирана, где-то и наращивание поставок Ираном, наращивание производства Ирана, потому что для Ирана, как и Южной Кореи, это потрясающая возможность. Минимум это большие деньги заработать там, где они их не зарабатывали на фоне дефицита валюты, плюс благодарность России, плюс возможность получить и оружие от России, которое им необходимо, и еще что-то интересное. Значит, баллистический, поэтому с шахедами мы уже видим этот сценарий, возможен расширение во всем, что касается беспилотников, потому что у Ирана их хватает и моделей, и запасов. По поводу баллистических ракет, это вопрос интересный. В прошлом году сделка, как нам известно, в том числе со слов главы Моссада и американских источников, сделка вроде бы наклевывалась, но она была сорвана. Возможно, Иран все же принял в расчет то, что я могу предположить, что в случае поставки баллистических ракет его ждут серьезные дополнительные санкции от Европы и американцев, что вот этот шаг американцы и Европа
ну, посчитали бы уж совсем из ряда вон выходящим, и, возможно, это послужило причиной того, что сделка не заключена была. Но, в принципе, нужно исходить из того, что если Россия заинтересована в покупке урано-баллистических ракет, будет заинтересована, а это вполне логично. Иран может их поставить рано или поздно. Вопрос цена отдачи. Что Иран за это получит? И какой ущерб Ирану могут нанести западные партнеры Украины в рамках санкционного режима, если Иран на этот шаг пойдет? Здесь, я думаю, что вот такой баланс в таком роде рассматривается. В принципе же, Иран способен поставить России, видимо, сотни баллистических ракет или крупнокалиберных РСЗО, в том числе и довольно точных, сотни в довольно короткие сроки, или многие десятки в месяц. Это, видимо, технические возможности Ирана. Но, правда, в этом случае, чтобы поставить сотни, он должен за руку запустить собственные запасы. А собственные запасы – это главный резерв Ирана на случай большой войны. Шансы на то, что война есть, будет, я имею в виду Иран, его противники, Израиль, Соединенные Штаты, эти шансы не нулевые на данный момент, поэтому Иран тут тоже должен, по идее, осторожно подходить к возможности выделения средств из своего неприкосновенного запаса. В общем, здесь, опять-таки, я традиционно не оптимист, поэтому я говорю, что может быть, поставки могут быть, могут произойти. И десятки ракет, которые вполне далеко летают и способны поражать цели, десятки ракет в месяц – это реалистичная перспектива, и это тоже нужно всегда держать в уме. Пане Давиде, наостанок, повертаючись до початку нашої розмови про перспективи на 2024 рік, ми пам'ятаємо, що наприкінці цього року дуже багато було в іноземних ЗМІ публікацій, начебто з такими, знаєте, порадами Україні ставати в оборону. Ну і тепер лунають голоси, про які поради йдеться, якщо українська армія, мовляв, давним-давно в обороні, і якщо Україна тепер розбудовує активно розбудовує фортифікаційні споруди, які чомусь порівнюють з тими лініями Суровікіна. От на вашу думку, з того, що ви бачите з відкритих джерел, наскільки ті фортифікації, які на тепер будують українці, можуть тих росіян зупинити у разі, якщо вони спланують масштабну атаку в майбутньому? Ну, во-первых, для того, чтобы какую-то даже минимальную оценку давать фортификационным сооружениям, их нужно видеть собственными глазами и желательно еще и очень хорошо в них разбираться. Здесь важно никогда и нигде сами по себе фортификационные сооружения не останавливают наступление противника. Наступление противника останавливают занимающие их войска. Значит, и если поэтому, если есть резервы, если есть те, кто займет оборону и будет правильно реализовывать те возможности, которые фортификация позволяет, это очень и очень существенно облегчает возможности обороняться и повышает резко шансы на успех. Мы видели, кстати говоря, летом 23-го года насыщенные фортификационные линии, насыщенные войсками, причем далеко не особо искусственным образом оборонявшихся, но готовившимся к обороне, достаточно многочисленные и не потерявшие управление, смогли сдержать украинское наступление и привести к тому, что украинцы не смогли что делать поставленными задачами, которые, в общем-то, ставили перед собой, и это не скрывалось. Нет причин, чтобы в случае российского наступления украинской военной не действовали удачно, особенно когда готовятся правильно, готовятся заранее и предпринимают соответствующие меры. Наличие, тем не менее, несмотря на сказанное, мы пока не видим того, чтобы у России были значительные резервы, которые дали бы возможность думать о каких-то амбициозных вот планах крупными силами, наступления крупными силами с далеко идущими задачами. Пока мы этого не видим. И сам общий уровень боеготовности российских сил, а также их манера действия, их тактика тоже не изменилась. Наступательные операции ведутся, как правило, небольшими силами из-за именно отсутствия вот этих и больших резервов, и боеготовности того уровня, чтобы реализовывать общевойсковые задачи других масштабов. И действия происходят достаточно, во многих случаях, по крайней мере, достаточно бесхитростно, что приводит к большим потерям и минимальным результатам.
Поэтому активная оборона и оборона, опирающаяся на серьезные укрепления при подобного рода подходе противника, это вполне действенный инструмент, и нет причин считать, чтобы он не был успешен. Пане Давиде, дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за вашу аналітику. Традиційно дякую вам за підтримку України. Традиційно так само слова підтримки від України, Ізраїлю і Цахалу в перемозі над Хамас. Большое вам спасибо, всего самого найлучшего і побольше хороших новостей. Дякую навзаєм. 17:49 на годиннику. Давид Шарп був на зв'язку зі студією 24 каналу. З тих важливих новин і подій на день сьогоднішній, про які хотів би вам зараз розказати. Оголошено розшук Романа Гринкевича. Таки розшукали і сьогодні затримали зранку в Одесі. Правоохоронці кажуть, що він готувався звідти тікати до Європи. Ну, напевно, до Румунії через Молдову. Шукав, хто йому допоможе кордон перетнути. І от під час такої підготовки до втечі правоохоронці його і перехопили. Фантазую, що це його правоохоронцям ті благородні контрабандисти здали, до яких він звернувся. Ну, бо навіть контрабандистів мав би цей от зашкварний персонаж обурити. Про кого йдеться? Чому так дозволяю собі його називати? Так от, йдеться про сина Ігоря Гринкевича, Гринкевича-старшого, львівського бізнесмена, родини якого обвинувачують в тому, що вони наживалися на постачанні українській армії неякісного одягу. Як те примудрялися вони робити? Постачати одяг армії, не маючи при цьому свого виробництва. Ну, бо вони банальні перекупи. Вони замовляли, умовно, за 3 копійки дешевий одяг на турецьких базарах, а потім перепродували українській армії те все втричі дорожче. Ну, а різницю клали собі в кишеню. Щоб ви розуміли, йдеться про астрономічну суму аж в 1 мільярд гривень. Чому кажу, що до цього, напевно, причетна уся родина Гринкевичів, а не тільки Гринкевич-старший, який від грудня, нагадаю, минулого року в СІЗО перебуває. Ну, напевно, тому що саме на родину він потім свої ті всі незаконні прибутки і переписував, оформлюючи автівки і нерухомість, рахунки в банках та коштовності. Ну, а цей 28-річний Роман Гринкевич, він ще й був безпосереднім співвласником тих всіх фірмочок, через які це все прокручував його батько. Тож вони тут точно і однозначно спільники. Утім, попри те, що батько вже був у в'язниці, але син чомусь був в той момент на волі. І от втік він раніше, аніж правоохоронці подумали, що і його, напевно, варто було би затримати. Ну і тільки, знаєте, дивом не зміг він за кордон вибратися, щоби там взятися, потім кричати про політичне переслідування, про диктатуру в Україні, яка заважає чесним перекупам намахувати армію, впарюючи її гнилий турецький одяг. Ну і ще цей от Гринкевич-молодший, він нам відомий, бо був нареченим отієї харків'янки Соні Морозюк, про яку тепер думають, що саме накрадені гроші Гринкевичів вона і змогла видавати себе за талановиту художницю. Ну, вона те спростовує, вона розірвала заручини з тим Гринкевичем-молодшим, каже, що всі його подарунки тепер продасть, віддасть на ЗСУ, але знову ж таки, про неї тепер кажуть, що і свою нерухомість, і свої квартири, картинні галереї, вона купувала саме накрадені Гринкевичами гроші. На ті гроші вона подорожувала і творила своє мистецтво. Тож, якщо вона от зараз лише каблучку ту продасть, ну, це у жодному разі все-таки не компенсує державі і армії завдані збитки. Ну, знаєте, я жодного разу цей скандал довкола Гринкевича та Морозюк не коментував. Але ще тому, що я, знаєте, цією історією максимально демотивований. Що от поки одні українці в окопах відморожують собі кінцівки в неякісному одягу, проданому армії перекупами, тоді перекупи по Венеціях своїм коханкам обручки на пальці вдягають. При цьому до Венеції той Гринкевич-молодший, він же виїжджав як волонтер, а обручку Соні Морозюк він купував на крадені в армії гроші. Максимально мерзенна історія, яка мене розчаровує, демотивує, від якої, знаєте, мені в голові мільйон запитань. Як так може бути? Як з тим далі жити і взагалі заради чого все це, якщо от серед нас такі покидьки, які малюють нам мотивуючі плакати, які розказують, брешуть, як нам жити, воювати, але самі при цьому на цьому ницу наживаються і воліють потім першими з країни втекти. Ну і два слова тим, хто обурюється, як так того Гринкевича напівголого на підлогу вклали, бо він же наче лише підозрюваний, його ж провину ще не доведено, що то за нелюдська така з ним поводження було. Також два слова скажу тим, хто за Іриною Фаріон тепер повторює,
Як так, що правоохоронці на відео того Гринкевича російською розпитують, це що обурюється Фаріон, його росіяни там арештовували? Так от дивіться, щодо напівоголеного Гринкевича, тут все просто. То була 6 ранку, тож він як спав, як його з ліжка витягнули, так на підлогу і вклали, щоб кайданки вдягти. Ну і добре, що він в трусах хоча б спав. Тобто, ну ніхто його точно не роздягав. То є якраз він на мільярд гривень нашу армію, нашу державу і нас з вами роздягнув. І буквально, і фігурально. Ну а щодо російськомовних правоохоронців. Дивіться, Гринкевич їм дійсно відповідав чистою солов'їнною. І перед тим уся їхня родина на численних заходах позувала у чудових, дуже красивих вишиванках. Але ж ані правильна мова, ані правильний одяг, як ми бачимо, не завадив їм на мільярд гривень нашу державу роздягнути. І знаєте, за мирних часів то було би ще півбіди, як то кажуть. Але може от саме цього мільярда, який вони в нас вкрали, нам зараз і не вистачило для перемоги. Тому я саме так бачу, що вони не просто гроші в нас вкрали, а вони вкрали в нас нашу перемогу. Тому я, звісно, перепрошую, але всі ті, хто зараз виступають в той чи іншій мірі на захист Гринкевичів, ну, вони мені зараз приймаються як вороги. Дивіться, звісно, я журналіст, і я мав би зараз сказати, що в нас презумпція невинуватості, що цих от Гринкевичів у жодному разі не можна називати покидьками, злочинцями, ну, допоки цього не скаже українська Феміда. Але, дивіться, я 20 років журналіст, і за цей час я надивився, як та наша неупереджена Феміда вироки оголошує. Ну, і знову ж таки, перепрошую. Якщо собаче лайно виглядає як лайно, якщо воно пахне як лайно, має колір лайна і так далі, тому подібне, ну, ви зрозуміли, то мені не треба чекати вироку суду, щоб те лайно лайном назвати. З тих важливих подій, які хотів би розказати також вам на останок цієї інформаційної години. Дивіться, фейкова розсилка на телефони шириться тепер от Україною, приходять смски начебто від ДСНС, від Державної служби з надзвичайних ситуацій, про те, що викрито план росіян розбомбити Хмельницьку атомну станцію. А тому, мовляв, в тій смсці пишуть, владою розроблено план з евакуації українців. Ну і перша думка від такої новини, що це чергова ІПСО росіян з тим, щоб нас налякати, ну, щоб посіяти серед українців паніку перед можливим радіаційним зараженням, щоб посіяти серед нас зневіру у потребі подальшого спротиву такому страшному ворогу, як Росія. Але ж біда в тому, що це навіть не російське ІПСО, все набагато цинічніше. Бо це українські кібершахраї таке от розсилають. В смс-ці міститься посилання, яке веде до зараженої вірусом сторінки. Якщо на те посилання тицнути, то можна потім собі той вірус отримати в комп'ютер, і зрештою шахраї зможуть вкрасти ваші персональні дані. Ну, якими потім скористаються, щоб вашу електронну пошту зламати, щоб отримати доступ до ваших банківських карток. Тобто, бачите, навіть таким страшним ті шахраї ладні нас лякати. Вибухом на Хмельницькій атомній станції. Лише заради того, щоб вкрасти в українців їхні гроші. Як то кажуть, гіршими за московських вошей можуть бути тільки українські гниди. Тож я вчергове застерігаю глядачів. Ну, особливо тих, хто пенсіонер, хто поважного віку і далекий від розуміння нинішніх сучасних тих всіх технологій. Ніколи не відкривайте такі от повідомлення невідомо від кого. Навіть якщо вони виглядають як повідомлення від Приватбанку, чи від президента Зеленського, чи від фонда Сороса, який кожному українцю, мовляв, виділив по 1000 гривень. Бо це абсолютно все шахраї. Саме так їх усіх і сприймайте. Бо дивіться, навіть якщо і було таке колись, що якийсь там фонд дійсно роздавав українцям допомогу, то серед тисяч про це повідомлень, які можуть прийти вам на телефон, лише одне єдине повідомлення буде правдивим, але ж 999 то буде від шахраїв, які вкрадуть абсолютно всі ваші гроші, які ви маєте. Тобто, дивіться, на одній шальці терезів одне правдиве повідомлення про можливість отримати вам допомогу, але ж на іншій шальці терезів 999 шансів втратити усі свої гроші. Тому не ризикуйте. От взагалі нічого такого ніколи не відкривайте на своєму телефоні. Не переходьте по таких посиланнях і повідомленнях. От просто вважайте, що це все шахрайство.
Бо тепер, знаєте, ті шахраї, вони бува дуже витончено працюють. І вони можуть обдурити навіть, здавалося, найдосвідченіших із нас. Ну так само і на телефонні дзвінки вам. Про виграш в лотерею, чи про допомогу від фонду Сороса, чи там Біла Гейтса, про продуктові набори від благодійника Черновецького, чи про злам вашої картки і потребу негайно її захистити, щоб, мовляв, заради цього співробітник банку вам зараз терміново дзвонить допомогти. Це все розводняк, це все шахрайство. Не ведіться на це, будь ласка. І на диво пігулки більше не ведіться. І на диво масажер, який зніме вам болі в суглобах, більше не ведіться. Окей, мамо? Ну, а шахраям таким, горіти вам в пеклі і одночасно большой привіт, як то кажуть, всім тим нашим правоохоронцям, які місяцями в інтернеті вислідковують юних повій, що їм там за гроші свої оголені принади демонструють, але при цьому ці поліцейські в упор, як то кажуть, чомусь не бачать всі ті численні шахрайські кол-центри, які видурюють в українських пенсіонерів їхні останні гроші. 18 на годиннику, підемо на коротеньку інформаційну паузу, але заради того, щоб потім повернутися і продовжити, будь ласка, не перемикайте, залишайтеся з 24-м. Принагідно нагадую, все буде Україна.